Какое же приятное чувство, когда полиция приехала не за тобой. Кстати, Лиланд Палмер в фильме Twin Peaks, он вот так вот ездит. Ля-ля-ля. Какую скул? Я давно закончил скул. Девушка, постранись. Ладно, не быкуй. Та-ля-ля. А в багажнике у него труп. И они встречают агента ФБР Дейла Купера. Не они, а он. И предлагает ему заглянуть в багажник. Представь, у него в багажнике, короче, труп. Он предлагает заглянуть туда агенту ФБР. Вот в этом весь Twin Peaks. Так, ну я смотрю, мы доедем с вами вообще в плохом состоянии. Полностью расколканной машине. Но там можно же ее сейчас будет прилезать. Я не знаю, что там дальше нам предстоит. Нужно ли будет вообще ее использовать. Так, здесь у нас, значит, Amunation. Ну ладно, собственно. А, ну вот, я все вспомнил, да. Надо будет фотографировать. Ладно, поднимаемся. А дальше что? Сюда, что ли? А, вот сюда. Да-да-да. Все понял, ребята. Грустная миссия, потому что выясняется, что наш человек... А, так, где он? Где он? Подожди. Ага, вот именно.